Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в последний день на земле. Каменные предгорья. 24 градуса у нас сейчас на улице, довольно тепло, поэтому я могу позволить себе бегать в одних штанах. Так, ну-ка, ёлки-палки, у меня нет с собой кирки, это плохо. Это очень плохо. Называется, прибыл немножечко добыть ресурсов. Ну что же, тогда мне придется ее сделать. Но для этого нужно, как видите, дерево и известняк. Хорошо, что он валяется здесь. Так, опа-опа, кто-то бежит. Надо же, токсичный зомби нас посетил. Сейчас он у меня получит клюшкой по заслугам. Что у него там? Марля, понятно. Бегун. Ёлки-палки, я не думал, что хоккейная клюшка такая слабенькая будет у нас по атаке. Обидно, конечно. Ну что же, ага, вижу еще один известняк. Отлично. Так, нужно мне еще, по-моему, один и два дерева надыбать, чтобы я смог себе сделать кирку. Отлично, я вижу дерево. И вижу известняк. Нужно еще поискать где-то поленья. Где они? Когда они нужны, их никогда не найдешь. Когда они вообще не нужны, валяются сплошь и рядом. Да, ребята, еще одно полено мы сейчас с вами находим. Вот только где мы его находим, я ума не приложу. Оу-оу-оу, бегу, ну далеко. Ух ты, елки-палки, у меня и штаны уже, ребят, слетели. Мне совсем, видимо, стало жарко, что захотелось мне побегать опять в своих красных труселях. Так, ну хорошо, хоть у меня вяленое мясо было. Все, отличненько. Но вот так вот мы сделаем, чтобы могли, как говорится, подкрепиться вовремя. Известняка... Так, опять кто-то бежит. О-о-о, это у нас KFC. Ну, мы его должны сделать, ребята. Посмотрите, как я его дуб... Хотя... Нет, все отлично. Готовченко. А теперь отдавай мне свои шмотки. Они мне пригодятся. Даже очень, между прочим. Кеды, кеды. Так, вяленое мясо. В принципе, мне здесь пригодится очень много. Чего? Ну, наверное, за исключением молотка. Шапку, естественно, мы с вами забираем. Она нам пригодится. Топорик, да ладно, пускай. Все равно он скоро у нас крякнет. А лишний груз с собой таскать как бы несподручно мне. Опачки, впереди я вижу сундучок. О, только не жирный, ё-моё. Хотя у меня, в принципе, ребята, вот так вот. Подождите, да что ты будешь делать, а? Почему не поставилась? Так, давай морковка. Вот, а теперь подходи ко мне, жирный. Я сейчас тебя накумарю вот этой штукой, а? Ну, как тебе, нравится? То-то и оно, что не нравится. Ёлки-палки, он лишился ног. Да и фиг с ним. Давайте обратно. Клюшке все равно скоро конец, поэтому мне ее надо просто добить. Что, ходун? Получил свое? Теперь лежи, отдыхай. А у меня, ребятушки, вот там чего. А, это сумка даже. Я думал, ящик. Ну, да не важно. Главное, чтобы там что-то было хорошее, полезное для меня. Ух ты, клюшка для гольфа. Так, ну, это мы съедим сейчас, водичку. Блин, у меня с водой-то как раз все в порядке. Изоленточка, клюшку обязательно возьмем. И вот эти вот чипы. И провода. Провода-то вместо чего? Ё-моё. Эх, вот незадача. Блин, ну что такое? Может, вместо... А бинты используем сейчас? А мы не можем их использовать, потому что у нас полностью здоровье. Давайте тогда вот так сделаем. Ну что, еще один? Ну, это уже ящик. Погоди, погоди, бегун. Успокойся, родной. Все, у меня сломалось оружие. Как раз сейчас я поставлю себе, наверное, клюшку для гольфа, скорее всего. Не буду я тратить мощное свое оружие. Ух ты! Колесо для моего чопера. Ребята, вот это находочка. Вот так. Подшипники, по-моему, тоже нужны. Или... Я уже не помню. Давайте возьмем, на всякий случай. Резинки обязательно тоже надо взять. Ну и, в принципе, можно сказать, что все.
Идите сюда. Ой, елки-палки, я же забыл одеть оружие. Как же так-то? Давайте клюшку наденем. Получи, бегун. Ух ты, а вот это вот нормально так бьет. Прицельно довольно-таки. Так, подкрепились, малех. И, ну что вы, родные, что вы тут забыли? Я не понимаю, а? Вот вам нравится отгребать от меня или что? Лежать. Так, тряпка. Хорошо. Возможно, ребята, мы даже здесь с вами набьем уровень. Ну, это я так предполагаю. А может быть и нет. Так, бегун, отдыхай. Голова-то как далеко улетела. Ну, все-таки я бью клюшкой для гольфа. Естественно, голова должна лететь дальше, чем видишь. Все, что ли? У меня и костюм уже исчез. Ё-моё. Быстро-быстро, конечно, здесь шмотки израсходуются, так же, как и оружие. Это, конечно, большой минус. Ну, бегун, ну, успокойся, родимый ты мой, а. Сейчас у меня, кстати, скоро и шапка подойдет к своему финалу вместе со штанами. Кстати, клюшка для гольфа тоже сейчас буквально... Вот и все, ее нету. Да, как ни крути, все довольно быстро у меня кончилось. Давайте ставить тогда вот так. Да, шапка там наладом дышит, поэтому она буквально сейчас у меня... Опа, на удар просто-напросто, а? Надо как-то вот такую штуку изобрести себе и сделать. Мне нравится. В ближнем бою бомбит, будь здоров. Ну что, у нас, по-моему, все, ребята, здесь обрыскано. Тихо, что такое? А, токсичный зомби. Ёлки-палки, я еле успел его завалить. У меня жизни там было буквально на один плевок, и я бы все, погиб. Так, давайте вяленое мясо положим сюда. Опять я в своих красных трусах. Сигареты. Интересно, а для чего они? Что я могу с ними сделать? Ребят, если вы знаете, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, нужны эти сигареты или нет. Так, бинты пригодятся. С водой у меня пока все нормуль. Вот так вот. Ну, понятно, у меня, короче, все забито. Ага. На-ка, бегуна приходится бить два раза. А обычного на разок. Забираем тряпки. Ух ты, я думал, что этот ящик мы с вами прорыскали, оказывается, нет. Так, гайки-болты, ребята, нам нужны. Это обязательно. Вот только... как... Давайте так сделаем. Веревки все-таки... Они в каждом зомбаре, а вот... Болты как раз надо искать. Поэтому, как говорится, приоритет отдадим. Ну что, будем выбегать. Делать нам здесь больше нечего. Места в инвентаре у нас нету. Так что... До дому. Оу, до дому. Ну, я успею, в принципе, да, ребят? Давайте, наверное, пробежимся. Энергии хорошо, что у нас есть. И через полтора часа в мой дом придут зомби. Надо будет в этот момент мне срулить оттуда. Так, отлично, заходим. Ну, давай, 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 давай. Ну, что так долго грузишься, а? Все, шикарно. Так, ну что же, давайте посмотрим. Ничего, ребята, по-моему, путевое. А, вот резиночки только, сталь. И вот так вот. Все, маленечко разгрузились. Здесь у нас что? Проволочка. Весло, да, надо будет забрать, потому что будем с вами... Сейчас пойдем куда-нибудь, будем бомбить зомбарей. Ну, а оружие, как вы знаете, нам всегда нужно. Так, смотрите, всякого хлама. Я думаю, знаете что, наделать этих сундуков кучу. Так, давайте-ка подшипник положим. Колесо, естественно, обязательно. И болты с гайками, отлично. Очень даже хорошо, разгрузились вообще великолепно. Интересно, вот что сигареты, что с ними делать? Так, забираем. Это мы сейчас, естественно, вольем в наш чоппер.
чтобы они не захламляли нам сундуки. Так, больше здесь ничего нету. А здесь сапоги. В принципе, можно надеть. Блин, у меня тут кроссовки еще. Ладно, эти кроссовки фиговые, так что пускай лежат. Резиночки. Резиночки забираем. И вот это. Так, ну что, идем к чопперу и выкладываем все, что тут нужно. Все, ребята. С металлоломом мы закончили. С резинками тоже. Ну, осталась там мелочь. Так, мобильный телефон. Я не знаю, что с ним делать, но... Как вы говорили, что разобрать его нельзя. По крайней мере, в ближайшем будущем. Давайте все остальное выложим. Ненужное пока нам. Да, вот резиночки еще выкладываем. А вот эта вот пила, я так понимаю, нужна именно для того оружия, которое у меня есть. Так, сигареты, наверное, мы, ребята, тоже с вами выложим, потому что их даже нельзя применить. Я думал, знаете, подымит. И может там расслабиться. Ну, что-нибудь в этом роде. Так. А здесь нам надо, ребятушки, сделать стену, которую сломали нам зомбари. Да елки ты палки. У меня нет дерева. Надо взять... поленьев. Так, здесь нету. Ага, вот здесь вот достаточно. 6 штук вполне нам за глаза. Сейчас мы эту дырку с вами заклепаем. Ну-ну-ну-ну, давай-давай. Вот сюда, отлично. Ну, в принципе, и все, да? Больше у меня ничего не повреждено. Радио у нас молчит. Никто не выходит на связь. Почему-то. Жаль, конечно. Так, что, шапка. В принципе, пока все отлично. Давайте с вами сбегаем еще куда-нибудь. Может быть, найдем что-нибудь хорошенького, полезного. Надо только заприметить, куда. Тем более, скоро придут зомби. Так, мясо есть. Бобы есть или кукуруза, я не знаю. Ну, я... Давайте, может быть, с вами... Так, оранжевые... Давайте в лес. Сбегаем. Сосновый бор, почему бы и нет? Все отлично. Ну, а мы с вами увидимся, наверное, чуть-чуть попозже. Как раз я уже дойду до точки назначения и продолжим играть. Всем привет, дорогие мои. Ну что, продолжаем выживать. Так, заходим с вами в этот сосновый бор. И ищем. Ищем какие-нибудь плюшки, сундуки, ящики. В общем, все полезное, что может нам попасться на пути. Инвентарь у меня практически пустой. Так. Ну, и еще я вам скажу одно, что уровень мы сейчас здесь с вами поднимем по-любому. И у меня уже будет 28-й. Так, отлично. Древесинка идет. И это хорошо. Леса, я смотрю, тут много. Ягоды, не надо было, конечно, их брать. Ну ладно, раз уж схватил, пускай тогда с ними и ходит. Совсем маленько осталось нам до уровня. Ух, сколько тут леса. Сейчас все себе забью этим лесом, бревнами. Так, давайте-ка втихаря бомбанем. А, это бегун у нас. Ну, его буквально на раз. Вот и уровень. Как я вам и обещал. В инвентаре места, как видели, очень много. Так что иди сюда. Забираем, естественно, мех, мясо. Это все нам тоже пригодится. Известняк. Будем с вами делать топор или кирку, смотря что нам понадобится. Отлично. Ух ты, тут три сосны. Елки-палки, не то. Я уже циркуляркой стал бить. Я только начал, ребят, смотрите, а уже... Тихо, это что? А, это зомби. Я уже подумал, что это очередной бот за мной бежит, но нет. Опа-на, вот и сломался у меня топор. Я смогу, интересно, сделать? Ну-ка. Нет, ребят, не смогу, потому что не хватает известняка. И я надеюсь, что где-то здесь он будет. Так, вижу один. И еще, по-моему, нужен один камушек.
Так, сейчас мы этого А, это, оказывается, волчара. На-ка. Кислотник. Здорово. Опа-на, а вот это уже далеко не кислотник. Какого лешего у меня нет оружия? Ё-моё, да как же так, а? Вот это я тупанул, ребята. Ядрить тебя на корень, а? Да какая, блин, орда зомби? Я все продинамил, да? Абсолютно все, что у меня было с собой. Ну как же так, а? Ну я не ожидал просто, что этот гад выйдет, когда я разбирался с кислотником. Правильно, они меня вдвоем, в принципе, и захоркали. Мне даже нечего одеть. Ну вот шапку эту. Оружия у меня, по-моему, вообще никакого нету. Да, по ходу дела вообще ничего. Ёлки-палки, вот это я облажался, ребята. Что мне тут сделать? Радиовышка. Мне как-то сейчас не до нее, если честно. Тут гвозди нужны, у меня их нету. Верстак. Можно изготавливать гвозди, да? Значит, 15 дерева, 10 стали и 5 кирпичей. Так назовем это. Ладно, ну а что делать, ребят? Вот приходится. Блин, интересно, а если я туда сбегаю, останется ли там труп персонажа со своими шмотками или нет? Вот мне какой вопрос интересует. В тот раз, насколько вы помните, в самом начале игры, да, когда меня подбил там кто-то, я бегал, все было на месте. Я вполне свободно себе забрал все и пошел, как говорится, по своим делам. Да, но туда идти без оружия как-то рискованно, если там зомбари-кислотники, плюс у меня нету никаких шмоток. А нет, у меня есть вот Фомка. Ну, много я там с ней не помахаю. У меня даже рюкзака нету, а? Вы только посмотрите. Вот так вот. Ни на что не хватает абсолютно. Ткань я тоже не могу пока делать. Точнее, я могу ее делать, но у меня ее нету. Этих всяких там осоки и так далее и тому подобное. Да, ребята, разогнался я. У меня же с собой даже ничего нету. Подкрепиться надо найти. Так, вижу консервы. Забираем. Но всего 3 штуки. Ёлки-палки, это несерьезно. Ага, вот еще 6. 9. Ну, уже что-то. Ягоды. Потому что воды у нас нету. Все свои бутылочки я там продинамил. Теперь буду опять жить на ягодках. Как же так нелепо. Так, подождите, а где я был? Хотя, если честно, я не думаю, что там что-то останется. Возможно, бот подобрал все мое добро и к себе прикарманил. А там довольно хорошее было добро, сами прекрасно знаете. Эх, сосновый бор, побежали. По-моему, все-таки это было здесь у нас. Проверим одним словом. Как говорится, от нас ничего не убудет. Да, мы потратили энергию, но а что поделаешь. Главное, чтобы меня не встречали всякие там толстяки, ну и всякая нечисть, типа зомбарей, бегунов. Потому что еды у меня мало, отхилиться я вряд ли успею. И повоевать, естественно, тоже. Тем более с одной монтажкой. Давайте вот так вот сделаем, в быстрый слот поставим. Вот где это было место, а, ребят? Я вот, например, сейчас даже и не вспомню. По-моему, где-то вот на выходе это должно было быть. Тут все уже лесом заросло. Скорее всего, ничего подобного, ребята, не будет здесь. Локация поменялась, и, соответственно, мой персонаж тоже пропал. Кто это бежит? Ну, как всегда, токсические зомби. Слушайте, монтажка довольно неплохо бомбит, я смотрю. У него даже золотые часы. Да, 8 консервов у меня всего осталось. Дайте-ка я посмотрю вот этот вот. Ну что ты будешь делать, а? Опять бегунок здесь бежит. Все, отдыхает он у меня, родной мой. А мы с вами шмонаем сумку. И... ух ты! Так, вот это забираем. Бобы, естественно, тоже. Водичка нужна. Так, вот так сделаем. Слушайте, выхлопная труба, я думаю, нам уже не пригодится. Пускай она там остается. И, как я понимаю, персонажа моего здесь все-таки нету.
Жаль. Мне просто обидно за это. Там было такое мощное оружие. Ну, вы сами прекрасно все это видели. Че, куда побежим-то? Может быть, сюда сбегать? В каменные предгорья? 50 энергии тратится у меня. Ой, ребята, вот зачем я вот так вот делаю, а? Мне же нужно было сделать рюкзак и бегать с ним, потому что у меня инвентарь, в принципе, сейчас полностью весь загружен. И я уже ничего положить не смогу, даже если захочу. Придется опять что-то выбирать. Или ягодки, или, ну, в общем, вот эта вот дележка начнется. Зря, конечно, надо было мне домой сбегать, выложить все, сделать себе рюкзак и уже со спокойной душой идти в этот каменный предгорье. Сглупил, конечно. Да, очередная моя была глупая ошибка. Так, это кто? Токсичный зомби очередной. Он сейчас у меня получит свое. Все, он упал. Да. 7 консервов осталось. Они просто на глазах у меня тают. А это кто? Да сколько вас тут, а, ребята? Ну, в самом деле, хорош. Я уже половину уровня, считай, себе набил. Это уже будет 29-й, получается, да? Так, еще один зомби. Давайте его втихаря, наверное, бомбанем. На удар буквально. Опа! Готов. И смотрю, я сумка здесь лежит. Надо ее, естественно, обсмотреть. Что там у нас будет? Так, пиво, подшипник, резинки. В принципе, все это нужно. Эх, да. Тяжелый выбор. Опять он хочет... Да, правильно, на сумку. Почему бы и нет? Все, шикарно. Теперь ему полегче стало, и он довольный бегает дальше. Так, я вижу... Я вижу... Ох, как вас тут много! Бегун все-таки среагировал, а? Все, он готов. Так, ходунок. Он тоже у меня отдыхает. И я вижу очередной, ребята, впереди ящик. Я обязательно должен его посмотреть. Так, может... А, хотел втихаря, но... Среагировал, так среагировал. Ничего здесь не поделаешь. Да бегуны, ну успокойтесь, елки-палки, а. В самом-то деле, дайте мне просто посмотреть ящик, и я отсюда уйду. Не буду вас трогать, так и... Теперь токсический зомби до меня докопался, а. На, получи свое. Отлично, мы его победили. Мне даже тряпки эти некуда брать, хотя они нужны для бинтов. Обычный рюкзак. Нужна там... Сока, веревки. Ладно, это все мы потом. И... Ну что же, практически что и было в том ящике. В той сумке у нас, точнее. Практически один в один набор. Все оставляем здесь. Но я вижу впереди еще один ящик, ребята. Не знаю, что у меня из этого получится. Так, давайте втихушку. Опа-на! Да, не получилось с первого удара его накумарить. Оу, нет, только не толстяк. Ребята, приходится отсюда сбегать. Потому что у меня всего одна банка консервов. Ломик. И я абсолютно голый. И побежим, конечно же, домой, ребята. А что же еще делать? Что? Торговец, да? Ну, конечно же, когда у меня мало энергии, появляется торговец. Но, если честно, я не вижу смысла к нему бежать. У меня инвентарь полный. Даже если ему что-то нужно, у меня все равно этого не будет. Так что давайте со спокойной душой рвем домой. Ну, а на этом, ребят, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и удачи!